这么早还不下吗？回家。老爷呢？睡觉。我有病没病啊？好，咱也没病。嘎子好。行，当兵去吧。去不去？啊？Солдаты берут. Здоровый мужчина. Будьте уверены. Вот у меня деньги гафанши, и не лучше. Ну что бы ты там? Ну что? Он сиротинка у нас. И вообще равнодушный к военным. Папаша его, господа казаки, еще в молодые годы голову отрезали. Отрезали. Ах, вот как. Он не кричает, не ваза, не куда. Что бы то? Ну что? Мастер заманивать. Новые сапоги, говорит, дадут. Мундир английского сукна. И харчи хорошие. Ису. И сало полкила. Будьте уверены. Могу не ча, что найду. Ложись, босику, жри, пей. А он упирает. Упирается. А на чем он спать-то будет? На двуспальной панельке пеняки наспишь. Кавалер сопливый. Не ты сечел впереди фанту мою?
Он хочет. Ну, конечно, он хочет. Красная армия, друг бедняков. Ну-ка. Хунзян буял. Господи, ваш язык. Хорошо, что тут баб нету, а то понимаешь. Обрадовался, козел. А на кой бес он нам сдался? А если с китайцем встретишься, и он тебя за неприятеля держит, он красную звезду увидит на шлеме, увидит, бац, в лоб. Будьте уверены, их там наускивают. А если китаец-то свой, бедняк, хлопнул его по плечу, я, мол, ты, мол, вы, мол, понимаешь. Чего понимаешь? Ну, ты чего? Не знаешь чего? Цун-джун буяо-япо цун-джень. А ты когда говоришь, говори немножко в нос. Вот. Знаешь, вроде насморк. Вот. Вот мы сейчас, Вася, ну-ка. Цун-джан буяо-япо цун-джун. Хорошо. Подходящий. Thank you.
А ты что, не будешь писать? А ему зачем? У него девушка под Богом. Сбегал, поцеловал, вот кей. И письмо. Тот он сегодня чистые портянки одел. Он один раз написал письмо. Да и то. Прощи да про кашу. Родные места поют. А у нас в Тверской девке Лучиночку поют. То не ветер ветку клонит, не дубравушка спит. Эх вы! Вспоминается мне 16-й год. Был я рядовым. И шли мы умирать за эту, так сказать, родину. Вы думаете, родина – это деревья, небо, речка? Родина, братцы мои, это люди. У фабриканта своя родина, а вот у Мельникова своя. Кто следующий? Товарищ командир,
как опять хватили с пулемету. Вот еще одного. Кто следующий? Пожрать прямо дома, прямо заступили. Опять китайцы товарища убили, понимаешь? Что мы, понимаешь? Бараны на бой, не понимаешь, по одному убивают. Бить их, понимаешь, надо! Все мигни китайское, понимаешь, вытравить! Косоглазы! Отставить! Перчатки забыли. Ну-ка. Из этой винтовки собираетесь стрелять? Грязь, передайте командиру вашего отделения, чтобы он дал вам два наряда вне очереди. И помните, что иногда героизм заключается в том, чтобы не стрелять, когда хочется. Купаев, объясните ему. А у его, по-твоему, какие глаза? Не в глазах, брат, дело.
сыт и сломает. Может, обледенело. Учительница? Жидовка. Сымай. Арифметики учат. Какой части? Я тебя еще раз спрашиваю, какой части? Пехота. По петлицам вижу. Молчишь, герой? Ты мол мне морду? Каблуком раскроил, а мне не страшно, ничего. А у вас, мол, господин капитан, руки дрожат, халуй. Товарищ, договоришь, милый. Давно мне с тобой поговорить хотелось, как-то встретимся. Как-то беседа пойдет за все 12 лет. Уж не земляки ли мы с тобой? Ярославский? Узнал? Вижу по морде, что узнал. Помнишь, Кривушин? Кривушинское масло. На всю Россию славилось. Помнишь двухэтажный дом? Каменный белый. Рояль. Подпалил спичкой. Чирк! Библиотеку на цигарки. Скатерти на портянки перевели. Портянки. Покажи мне твои портянки. Покажи портянки твои. Покажи портянки. Был чинчир. Отстрелю побед. Красные сутки. Покажи. Рояль, помнишь, рояль? Помнишь, рояль? Гад такой! Расстрелю, расстреляю! Пострелю!
Потапыч! Потапыч! До самой Москвы. Наступать. Надо удерживать до последнего.
противник не должен перебраться на тот берег. Последний из нас взрывает мост. Остается еще один выход. Уничтожить пулеметное гнездо китайцев. Подкрасться, подползти лощиной, потом обойти справа с тылу. И гранатами. Понятно? Ну кто? Кац. Товарищ командир, разрешите, я тоже пойду. Да. До 11 должны успеть вернуться. Не позже. Понятно? Есть! По пулеметному гнезду противника! Огонь! Осём. Ну, свистит, чего тебе? Стерва. А ты попробуй подсвисти. Я и подсвистишь. Сёма, Осёма. Чего, Николай Лаврентьевич? А как насчет рекомендаций, дашь? Живем, увидим. Нос в крови, на шаберет. Купаев, Коля, возьми мои гранаты за изолом фаргесом, ванен за иваксом. Что?
Сердце. Смотри, сощами пули не проглотни. Отсюда.
Держи! Косоглазый. Ты где это я тебе видал, понимаешь? Ты демонит у вас у всех, однако. Ядрёна Вожа, ты поранена. Погоди. Не ерзай, подохни. Че так смотришь? Че боишься, а? Ундан. Куда, а? Понимаешь? Не понимаешь? Не понимаю. Не понимаю. Погоди. А кто тебе зубы-то вышиб? Офицер, небось? Теперь тебя, понимаешь, ни одна баба не полюбит. Без бабы будешь. И что же ты ему молчал, понимаешь? Разрядил бы ему в лоб, как меня. Так небось, ты ж катанка, тоже мне понимаешь. Чего? Чего застучат?
Сундят буява япа, сунджей. Понял? Заболел, что ли? Под наверняка супчику. Как рукой сняли. Капитана! Капитана! Товарищ командир, можно поговорить с земляком? Ваше благородие, встретились, на родине встретились. Портянка. Покажи мне свою портянку, понимаешь? Я. Вась, когда ты живой? Живой. Где это было, понимаешь? Землячка встретил одного с нашей деревни. 5 часов за ним гонялся со сволочи. Душа снула вон. Жильем взял, понимаешь? Вась, да ты живой! Живой, пойдем. Он шел тут оба. А? Он шел 60 лет. Пусть дух, пусть буду и шапа. Дай тебе тихо и шума хочу. Сейчас ты гоми, не стон, там пусть вай, надо не хово. Сухим, сухим. Дай на тонкий шанат, и зорьки, и кварку, тонкий шанат. Сухим, 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 сухим. Дай на гашу, сухим. Она кипен, дай. На я хово. Ты же меня кашу не знаешь. Я же тебя тут не пушиваю. Он шел к 60 лет. Мы же это я.
моя попойка. Вот только спустите меня и подчас. Да. Okay. Идем, Радо. Смотри. Идри на мамочка. Придо, послухай, Придо. Почему ты убежал? Почему твоя бежала? А? Смыла еще, а? Почему ты?
А? Ты за красных? Твоя капитана? Надо тыр-тыр-пу-пу. За щи спасибо. Уходим в Китай землячков добивать. Надо полагать, не задержимся. Так что приготовьте свеженьких. Все взяли? Товарищ командир, разрешите выйти из строя? Выйдите. Два, три. Вот круг. Оп. Молодой человек. А молодой человек. Ну, будьте добры, обратите внимание. У него до вас просьба. Вот он просит, чтобы вы подарили ему на память ружье. Такую бездельцу.
На память, молодой человек. Ружье. Из ружья у нас на деревне зайцев бьют. А что до винтовки, понимаю? Так, во-первых, она государственная. А потом она мне самому сгодится. Отчаянный мужчина. Он говорит, капитана одного убил, так теперь боится засыпаться. И еще он говорит, что всех капитанов поштучно и на вынос. Тогда и бояться нечего будет. Молодой человек, угостите русской сигаретой. Уморилась с разговору. Язык вспотел. Вот он еще спрашивает, чего это вы воевали, да и по домам. Не интересуйтесь отдохнуть. Побаловаться, чем Бог послал. Вот он еще говорит, пусть наш город сделают красным. У самих у вас головы есть. А ты не вянь. Хвост морковкой держи. Хунзюнь. Ну ладно. Ни хрена. Мы еще с тобой когда-нибудь встретимся. Ружье. На вот. Держи. Черпак, он еще ничего, на память, вообще пригодится. А винтовку, понимаешь, ежели парень смекнул насчет капитанов, так тут стой, друг подружки, мало вас тут таких. А ложку ты не бросай, понимаешь? Она ничего. Вот.
А есть чего будешь завтра этой ложкой? Пойдем, Босяк.